Всем привет-привет! Недавно буквально я рассказывал про баг именно с поглощением урона. Так вот, турнирный бой. Токсики против семьи. Что там, что там. Есть читеры. Итак, этот бой мне прислали еще на стриме. И ситуация такая. Бой настолько далеко затянулся, что при перемотке просто подвисает любой компьютер если нажать перекрутить бой то первые допустим примерно где-то там 100 раундов еще перематываются как-то ну по крайней мере хотя бы что-то происходит но дальнейшее когда остаются у нас всего два персонажа драка будет очень Долгое. Хотел вообще, если честно, запустить напрямую стрим этого боя на канал и уйти спать, чтобы просто посмотреть, насколько же длинно будет идти бой. Наверное, после записи этого видео, как оно есть, я запущу все-таки стрим для проверки того, сколько же будет идти данный бой. Ну а в комментариях, конечно же, пишите. Какое примерное время вы думаете, идет сражение? Ну, я думаю, примерно сутки может быть больше. Не знаю, но вот из всего, что вы видите, остаются два персонажа в конце. Это жена Картона и Изи Way, то есть 21 и 16 уровень. И все. Дальше вы видите количество тык с одной стороны, количество регенерации с другой стороны. Но смысл состоит в одном, что дальше они просто будут меняться, и игра будет висеть. Ссылочку на данный бой оставлю в описании. Можете скопировать его к себе куда-нибудь в общий чат и посмотреть самим. Ну, если будет желание. Ну и, конечно же, ждите стрим. В понедельник этот бой будет крутиться. Посмотрим, насколько же все-таки он длинный.